Выборы депутатов в Государственную Думу Российской Федерации завершились. Их итоги уже подведены. Явка избирателей на Кубани составила более 65%. Активную гражданскую позицию проявили и славянцы. О том, как проходили выборы в Славянском районе, смотрите в первом репортаже. В единый день голосования 19 сентября на территории Славянского района открылось 68 избирательных участков. Помимо депутатов в Государственную Думу Российской Федерации, в нашем муниципалитете также проходят выборы глав Петровского и Целинного сельских поселений. Жители активно участвуют в голосовании, понимая, насколько важно этот день не только для страны, но и для каждого человека. Всегда хожу и как бы это заложено изначально с нашего воспитания, с наших обязанностей. Мы должны сами создавать свою жизнь, чтобы у наших детей и у наших внуков было будущее. А у нас наша достойная пенсия и благополучная жизнь. На выходе с избирательных участков проголосовавших встречали представители Центра современных избирательных технологий, которые проводили социологический опрос жителей. Проведение экзит-полов позволяет спрогнозировать результаты голосования до оглашения официальных данных избирательными комиссиями, минимизировать возможность искажения результатов, а также получить статистические данные об электорате. Мы проводим социологический опрос, опрашиваем всех, кто уже проголосовал, чтобы иметь в общем-то, объективную картину того, что происходит на выборах. Вот, люди отвечают, некоторые отказываются, некоторые отвечают, но все очень доброжелательно. Выборы действительно проходят в доброжелательной и даже праздничной атмосфере. Рядом с избирательными участками организована выездная торговля. Приподнятое настроение создают выступления творческих коллективов. Человеку много надо, надо, чтобы друг был рядом. Пришла сегодня на выборы, потому что считаю, что выполнить свой гражданский долг сегодня просто необходимо. Потому что от того, как мы все проголосуем, так мы будем жить дальше, так будет строиться наша политика и наша жизнь. Поэтому я пришла с легким сердцем, и я проголосовала за того депутата, за которого я считаю нужным. И меня никто в этом добровольно. Настроение очень хорошее, потому что здесь создана праздничная атмосфера. Для того, чтобы все жители имели возможность принять участие в выборах и проголосовать, на всех избирательных участках района сформированы выездные избирательные комиссии, которые в течение всех трех дней выезжали по адресам славянцев, не имеющим возможности по уважительной причине прийти на свой избирательный участок. Жителю Славянска на Кубани Валентину Воронину исполнилось 87 лет. Он всегда был человеком с активной жизненной позицией, ходил на все выборы. Сейчас не позволяет здоровье, но тем не менее голосовал. Это долг каждого человека, считает Валентин Александрович. Поэтому оставил заявку на голосование вне помещения и был очень рад, что удалось сделать свой выбор и принять участие в судьбе страны. Спасибо, что уделили внимание. Спасибо, что приехали. Я очень благодарен за это. А как вы думаете, голосовать всем нужно? Ну, обязательно, а как же? Это ж наше право и наша жизнь. Мы в этой жизни живем, мы должны выбирать себе, за кого голосовать, как голосовать, вернее, за кого голосовать. Голосование вне помещения организовано для граждан пожилого возраста с инвалидностью, для тех, кто ухаживает за больным человеком или сам болен и не может посетить избирательный участок. В составе выездной комиссии обязательно присутствуют общественные наблюдатели, которые следят за честностью и открытостью проходящего голосования. Я являюсь наблюдателем избирательной кампании. Мы уже выезжаем с избирательной комиссии третий день. Проверяем, насколько соблюдены все правила голосования. За наши выезды нарушений выявлено не было.
В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции при голосовании вне помещения соблюдаются такие же строгие меры безопасности, как и на избирательных участках. Члены комиссии работают в масках и перчатках. Средства защиты в индивидуальной упаковке передаются и избирателю, а также ручка и бюллетени. Остается только сделать свой выбор. Наибольшую активность жители проявили в последний день голосования. По традиции, высокая явка избирателей отмечается в сельских поселениях – более 70%. Я являюсь председателем участковой избирательной комиссии 42-48. В комиссии у нас 12 человек. Комиссия у нас молодежная, активная. На избирательном участке 1409 избирателей. На данный момент на час дня у нас проголосовало 77% населения поселка Совхозного. Избирательные участки работали до 8 часов вечера. Славянцы продолжали голосовать до самого их закрытия. В 20 часов выборы были официально завершены. Члены участковых избирательных комиссий в присутствии наблюдателей приступили к подсчету голосов. Анна Монастыренко, Игорь Иванчиков, программа «События».